что, братан, вспоминаешь былое? Не знаешь, что хорошее, а что плохое? Ты смотришь на церковь, из которой ушел. Много новых людей взглядом нашел. Вспоминаешь, как служил в первых рядах. Ты был активист, а не какой-то монах. Тебя знали многие, знали хорошо, но только от этого не осталось ничего. А помнишь, как верно ты Богу служил? Ко словам его ты всегда дорожил, козят направлял всегда на него, и не было теней для тебя ничего. Как ты молитве стоял за людей, как другие поражались веры твоей, как ответы от Бога ты получал, ты все это имел и все потерял. Ну что, братан, ты уверен в себе? Ты знаешь, я не буду проповедовать тебе. Ты ведь сам понимаешь, кто ты такой, и знаешь, как дьявол крутит тобой. Ты достаточно знаний уже получил, и нет нужды сегодня в том, чтобы я говорил. И тебе совсем не нужен хороший совет, ты и сам прекрасно знаешь правильный ответ. Ты знаешь, как и для кого ты живешь, ты знаешь, куда ты сегодня идешь, ты знаешь, что надо тебе изменить, ты знаешь, как тебе нужно жить, ты знаешь, что и как тебя спас, ты знаешь, что нервничает прямо сейчас, ты знаешь, без кого нельзя обойтись, а ты знаешь, что сделать, чтобы спастись. Ты должен сделать это.